На телеканале «Самарагис» пришло твое время. Здесь мы говорим о чем-то интересном, всегда молодежном. Каждую пятницу поднимаем актуальные темы. Вот и сегодня наша тема – самарский КВН. Он большой, красивый, интересный и с действительно невероятной историей. И действительно еще хочется сказать, что грядет удивительное мероприятие, о котором мы сегодня также расскажем. Это Кубок губернатора по КВН. Я думаю, что будет весело и интересно. Давайте встречать аплодисментами наших гостей, ведь они к этим самым аплодисментам весьма привыкли. С нами здесь руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. С нами здесь чемпион высшей лиги КВН, команда КВН «СОК». Это Леонид Копичай. Добрый вечер. И украшение сегодняшнего эфира, ребята, привели с собой прекрасную барышню, актрису команды КВН «Новая сборная» Анастасия Корбова. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, «Самарский КВН», о нем действительно говорят. Если, допустим, челябинский, екатеринбургский, уральский рок-клуб, да? А есть ли самарский такой вот КВН и со своим лицом, с душой, с каким-то таким, вот, может быть, устоями? Ну, в первую очередь, самарский КВН – это в первую очередь движение. А если есть движение, это движение в жизни. Есть и клуб. Клуб веселых и находчивых – это в первую очередь клуб. Соответственно, существует и самарский клуб веселых и находчивых, который насчитывает уже за 11 лет, уже в новой формации, там порядка 500 команд, уже много семей образовалось, уже с детьми приходят на КВН. Да, да, да. Приходят с детьми, когда ты в зале видишь уже лица и глаза людей, которые создали семейные КВНовские ячейки общества со своими маленькими детьми, которые, я понимаю, что КВН – большая жизнь, что КВН у нас не заканчивается, КВН у нас только развивается, полный вперед. Но можно ли сказать, что вот когда вы взялись за это руководство, КВН поменял немножко? Ну, конечно. Ну, я же не хочу об этом услышать. Естественно. Он просто приобрел неимоверный размах. Не, ну, были какие-то свои сложности определенные. Мы несколько лет буквально, скажем так, святым духом питались для того, чтобы это движение сохранить. И помощники, единомышленники, которые стояли рядом, мы буквально сами собирали декорации, сами отстраивали аппаратуру, поверьте, так и было. Вот. После этого уже обратили внимание власти города на это движение как перспективное. В частности, тоже любят КВН, и руководители. И кто же его не любит? Да, поэтому все это закрутилось, завертелось, как бы есть эффект. И большое количество молодежи, в частности, а это в последнее время актуально, потому что, что скрывать, молодежь достаточно так аморфно. И слабо, так, скажем так, на движение, на подъем. А клуб веселых находчивых, он все-таки сподвигает их к движению. И, например, можно не только быть участником команды какой-либо, где-то и актер, и певец, и видеоинженер, и декоратор, и менеджер. Звукорежиссер самый да, важный. Да, да, и звукорежиссер. Вот, ну ты же в то же время можешь быть просто добрым зрителем, который приходит, у тебя есть свои команды, ты болеешь за ними, цитируешь шутки. И все-таки, поверьте, с юмором по жизни идти намного легче. Ну, я так понимаю, Леонид примерил на себя много разных функций. И актер, и ведущий, и редактор. Было, да. Скажи, да, что вот со мной только сейчас не случалось. КВН для тебя что? Сейчас, ну, это уже, знаете, это уже зависимость какая-то. Ага, ну, ну, что, подсадили, Ну, просто уже больше 15 лет я в клубе веселых и находчивых каким-то образом нахожусь. В разных, да, жанрах я себя попробовал и в роли администратора, и в роли актера, и в роли кого угодно. Звукорежиссером, наверное, только не было. Не дают? Ну, просто у меня с компьютером очень такие отношения. Нет таланта у него звукорежиссера. Просто нет слуха. Давайте так, хорошо, нет слуха. Не успевает отбивки после шуток ставить. Да, сейчас для меня КВН это в первую очередь, наверное, какой-то дух молодежи, который подпитывает меня уже, человека, которому пошел четвертый десяток, он меня все-таки держит в рамках третьего десятка. Питаешься, значит. Ну, я такой вампир, да. У тебя еще есть десяток по-любому, у меня уже пошел пятый десяток, поэтому, как бы, если ты не переживай, 10 лет еще свободно, ты можешь дышать этим студенческим духом. Так я понял, у меня нос почему большой? Я вдыхаю глубоко. Ты сейчас редактируешь, ведешь, что делаешь? Я ведущий Самарской юниор-лиги КВН. Привет всем моим школьникам, которые со мной проходят этот путь нелегкий КВНовский. У нас скоро начало сезона, так что готовьтесь, готовьтесь. Я надеюсь, все сидят сейчас и готовятся. Пишут. Да, помимо всего прочего, конечно, являюсь помощником Сергея Николаевича во всех начинаниях нашего клуба, нашего правая движения. Рука, да? Да. Центральная рука. Центральная. Ну, у нас такой КВН. КВН, понимаете, он достаточно такой. Это игра для творческих мутантов в этом плане. Что, на самом деле, мозг КВНщика... Адекватнее наш формат, нет, да? Ну да, мозг КВНщика до такой степени быстр
И поверьте, что КВНщики вообще, я думаю, талантливы и цепки в работе во всех направлениях. Я знаю, что несколько человек, которые работают и в Кремле, и руководителями регионов и так далее, поверьте. Ну, только продюсерство, актерство. А если вы посмотрите на любой телеканал, посмотрите титры, помимо актерского состава, который периодически заполняет эфир, то если вы увидите титры авторские группы и административные, то там фамилии сплошь состоят из КВНщиков. Заметьте, я сказал не бывших, потому что бывших КВНщиков не бывает. Настя, как тебя занесло сюда? Рассказывай. Как ты стала КВНщицей? Или КВНщик это без лица, мальчик, девочка, не КВН играет бесполые. Вот, да. Ну тогда, Настя, рассказывай, как ты очутилась. Я совершенно случайно, наверное, даже оказалась в КВН. В университете, да, просто шла мимо, и меня ребята из сборной отобрали вуза... Отобрали паспорт, и я до сих пор... Из сборной вуза у нас была команда КВН, сборная СамГУ. Вот, и мальчишкам нужна была девчонка в команду, девочка, так, вот. Там же еще какая-то девочка у вас есть. А, нет, это еще я давно еще была, в другой команде, ага. Да, на тот момент. Я была одна девочка в команде, вот они меня пригласили и втянулась. Какова хотела. Твоя функция, роль? Что ты там делаешь? Кроме того, что вдохновляешь, радуешь. Класс. Я, как уже было сказано, КВНщик много что умеет и делает в КВНе абсолютно все, наверное. Да, я пою, я как актриса в КВН в своей команде, я администратор своей команды, реквизитор, на выездах я повар. Ну, для команды на выезде нужно тоже готовить, поэтому я все делаю, что потребуется. Дорогие друзья, хочу дополнить, мы буквально сейчас, скоро, может быть, через полгода, потеряем хорошего специалиста в сфере компьютерной безопасности. Такова специальность Анастасии, на которой она учится. Да. Но я боюсь, что телевизионный экран поглотит ее. Ну давайте посмотрим, как вообще выглядит на сцене та самая новая сборная. А сейчас внимание, смотрим, потом вернемся в студию. Новая сборная, покровесим немножко. Друзья, часто, когда мы заказываем такси через приложение, после поездки нам предлагают оценить качество услуг. И именно поэтому многие таксисты кардинально изменились. Здравствуйте, девушка, а можно такси заказать? Мы уже здесь. Вы за мной? Именно за вами, такси-лидер, превосходя ожидания. Проходите в наше такси вот по этой красной ковровой дорожке. Сегодня во время нашей поездки вы можете перекусить, а также ознакомиться со свежей прессой. Ну и, конечно, прекрасная музыка, классика, джаз. Джаз – отличный выбор. Я надеюсь, вам все нравится. Ну, вообще-то все безупречно. Я прям вам сейчас пятерку и поставлю. Ну, наконец-то. Опа! Друзья, на каждой вечеринке есть такая парочка, которая целуется так, как будто хочет друг друга сожрать. Мам, пап! Может, вы хотя бы в другую комнату уйдете? Туса ваша, хата наша, продолжали! Ну, вот так вот, я думаю, всех не будем раскрывать секретов. Есть у ребят и паблики ВКонтакте. Заходите, смотрите, подписывайтесь, дружите. Если пишете шутки, приносите, я думаю, против не да, будет. Да, мы всегда за новых людей. А вы не набираете людей сейчас никого? Первокурсники прибыли? А, вот, первокурсники, у нас с ними сейчас начнется школа КВН в нашем Самарском университете. Ничего в октябре себе. Она начнется. Будем ждать всех желающих, людей, которые хотят заниматься КВНом. Вот, будем для них проводить школу КВН, учить вести себя на сцене, писать шутки, рассказывать, что такое КВН изнутри. С ума сойти. Вот, доросли уже до преподавания. Да. Для нас это вообще открытие. Почему без нашего ведома? Вот движение само же. На самом деле мы знаем, да. Но я хочу сказать, что у нас уже активно существует 3 года юниор-лига, это школьники играют. В этом году стартует новый сезон 16-17 года. 20 октября состоится фестиваль открытия, так что, друзья, кто-то захочет, да? Захочет школы, пожалуйста, нам сейчас звонят уже школьники, звонят директора школ, что мы хотим, у нас есть новая команда и так далее. Школы, движение Самарский КВН, вернее, школы, двери открыты, конечно. Ну и школы, да. Школы, я думаю, школы открыты. 24 сентября мы проведем школу КВН для школьников. Это будет на базе одной из школ происходить, следить за рекламой. Официальный портал kvnsamar.ru. Там будет вся информация. Там мы и живем. Да. А игры полуфинала Самарской межрегиональной лиги КВН
состоятся 27-го, насколько мне изменяет память, октября в одном из концертных залов нашего города. Поэтому, друзья, тоже самарский КВН выходит на финишную прямую, не за горами уже финал. Но впереди еще есть, как вы сказали, очень важное событие, да, которое состоится в субботу. И хочу подвести кубок губернатора, такое ответственное для всего города, региона мероприятие. Кто принимает участие? Как вообще это все будет происходить? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось поблагодарить губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина за поддержание этой идеи, которую в 2014 году мы предложили провести такое глобальное мероприятие для нашего очень региона. Глобальное. Это впервые это событие состоялось. Он сразу, даже не раздумывая, что сказал, мне это нравится, это здорово для молодежи будет. И тем более ведущим выступает уже третий год Александр Масляков. То есть такой вот немножко перенос КВН нам привычного, да, на нашу это, землю. Скажем так, большой КВН в Самаре, у нас даже лозунг есть, что большой КВН в самом сердце России. Вот. И каждый год приезжают топовые команды с высшей лиги, с Первого канала. Вот. В этом году не исключение. Будет 5 команд, 4 команды. Это в этом году просто хочу сказать, что кубок у нас международный. Да, вот уже состав. Международный, да, и звучит как международный кубок КВН губернатора Самарской области 2016. Команда КВН «Спарта», Астана, Казахстан. Команда КВН «Лучшие друзья», Минск, Беларусь. «Радио Свобода», Ярославль. И наш город будет предоставлять, выпала честь этой команде. Посмотрим, как они себя проявят. Команда КВН «Волжане», СамГТУ. Самарская команда, молодая, которая в этом году представляла наш город в премьер-лиге на Первом канале. Дошли они до полуфинала. Посмотрим, что будет дальше. Будем болеть за них в субботу. Друзья, 19:00, 17 сентября, МТЛ-арена. Великолепное мероприятие. Если кто-то еще не выиграл билеты через радиостанции, через интернет-порталы, либо если вы являетесь студентами какого-либо учебного заведения, обращайтесь. Бегите в правком. Да ищите, нет уже билетов. Ищите билеты, пригласительные. Да. Это потому что это как получается на концерт «Битлз» или «Машина времени» в свое время. Да? Билетики есть лишние? Есть, да, лишние на билеты? Самом деле так и есть. К сожалению, приходится уже отказывать, потому что билетов просто нет физически. Ну, а кто не сможет посмотреть это воочию, это великолепное действие, то сможет посмотреть потом по одному из телеканалов нашей губернии. Возможно, это будет в день рождения КВН, 8 ноября. Возможно. Так что... Все секреты потихоньку раскрывает. Мы сказали про команду КВН «Волжане», есть у нас фрагмент их выступления. Если вы еще не знаете, кто это, вам, конечно, стыд и позор, но все же давайте с вами сейчас их познакомим. Всем привет от «Волжан», сейчас устроим балаган, клевую команду принимай, давай, давай, оп! В последнее время набирает популярность приложение, где можно найти попутчиков через интернет. И в одной машине могут встретиться абсолютно разные люди. Причина остановки. А ты не догадываешься? Багажничек открываем. И что, вы думаете, что что-то там найдете? Я вот прям уверен, что я что-то там найду. Сейчас первый раз за 15 лет службы этот вопрос с неподдельным интересом задам. Куда едем? В Тобольск. А можно с вами? Ну просто очень интересно, что у них там такое произошло. Друзья, зачастую при праздновании выпускного вечера мы можем встретить таких персонажей, которые по каким-то причинам не доучились до 11 класса. Но на выпускной все равно пришли. И ждут у входа в кафе. Нормально, трудовик неси, да? Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю. Каждый год я отмечаю. Здорово, школота. Здорово, пацаны. Ой, Иванова, самая стрёмная девчонка в школе. Ой, я смотрю, ты уже хряпнул. Да это не мне минус, если я хряпнул, а ты до сих пор стрёмная. Ребята, вы чё после 9 класса ушли? Ну, просто понимаешь, в жизни надо уметь расставлять приоритеты. Вот мы не умеем. Не получается. Ну что ж, приоритеты действительно у всех разные. Одно время мы очень болели, активно наблюдали и переживали за команду КВН «Самара». Я так понимаю, сейчас ребята, как уже было сказано, немножко отдыхают, набираются сил. Где они? Что с ними? Как вообще? Ну, на самом деле, как бы,
Все они в поле зрения, многие из них работают в структурах движения «Самарской ТВ». Работают редакторами несколько человек, работают также авторами, помогают также самарским командам, которые представляют наш город в Международном союзе КВН. В разных лигах, я так понимаю. К сожалению, как бы команда ушла в творческий отпуск, там по ряду причин определенных, потому что не все зависит только от творчества. Вот. Они на протяжении нескольких лет представляли наш город достаточно успешно. И на Кубке губернатора представляли в том году вообще очень так достаточно феерично выступили. Но, увы, вот КВН — это такая как бы рулетка в этом плане, что если даже команда хочет и может, например, выступать дальше, есть определенные административные расходы, которые, например, ну, по некоторым причинам не могут быть всегда соответствовать не то что потребностям, а просто даже минимализм какой-то для команды мы не можем, не получается создать. Поэтому кризис, наверное, сказывается это на КВН тоже. Ну, тем не менее, как уже было сказано, тоже сезон потихонечку заканчивается. Впереди фестиваль КВН. Кто-то поедет от Самары? Какие планы вообще? Ну, у нас Самарская область вообще богата на команды КВН. И в том году 14 команд представляли нашу область. Мы были на втором месте. Только целый поезд, я так только поняла, да? Уехал только московский регион представил 18 команд, а дальше были самарские. Самарский регион был 14 команд. В этом году, надеюсь, тоже, что будет достаточно количества. Ну, всегда очень высокие показатели на фестивале. Да. То есть, если брать из... Хорошее качество юмора представляют, потому что у нас хорошие редакторы работают в межрегиональной лиге. Уже так научили немножко, да? Да, да. Ну, как бы все равно все лиги и центральные, и межрегиональные, и региональные, они являются все равно школой КВН в таком глобальном смысле. Сразу-то выше головы нельзя прыгнуть. Все готовят команды для участия и в первой лиге, и в премьер-лиге, и в международной лиге, и в высшей лиге. В этом году у нас две команды принимала участие. Одна команда, вернее, принимала участие в первой лиге в телевизионной. То есть наши есть везде. Да. Самарский регион представлен во всех команды. Фронтах, да. Девчачья команда. Да, команда КВН «Челси» «Правком». Вот, добрались они до полуфинала, как бы. И параллельно играют еще у нас в межрегиональной лиге «Самара». Вот. КВН вытесняет все остальное. Хобби у девочек, поэтому... Ну, это здорово, на самом деле. Конечно, здорово. Я так понимаю, Настя заканчивает, но университет, но не свое какое-то такое отношение с КВН. Продлевать будете? Пока что не планирую заканчивать с КВН. Да и университета пока не заканчиваю. Я еще... Впереди у меня 1,5 года обучения, поэтому мне еще есть время побыть студентом и... Поучить всех. Да. И побыть КВНщицей. Вот понимаете, все время забываю, насколько юны у нас товарищи в КВН. Еще 1,5 года человеку учиться. Я-то уже думал, тебе пора аспирантуру заканчивать. Вот так вот. Тем не менее, мне кажется, в любом случае уже выяснили, что впереди юниорка стартует. Если вы еще не подписались на это, и ваша школа еще не имеет такой официальной команды КВН, которая ее будет представлять и защищать, смело можете вот к Леониду обращаться. Я думаю, он поможет, чем сможет. Всегда открыт, вот всегда открыт. Всегда? Да. Вот, имейте в виду, в социальных я так понимаю, сетях, что я везде, да. И студенты тоже сейчас будут продолжать бороться. Сейчас в середине октября будут какие игры? Полуфинал. Полуфинал уже. Да. Вот так вот. Уже практически. Финал не за горами. Да, финал не за горами. Но в любом случае, Кубок губернатора, который грядет уже буквально завтра, я думаю, порвет всех. Вот хочется. Безусловно, чтобы было безусловно, хорошо. Хотелось обратиться еще к телезрителям. Друзья, если вы считаете, что вас не оценили творчески, если вы любите петь, но боитесь, например, да, если вы умеете танцевать, но как-то стесняетесь показать, если вы пишете шутки, но почему-то читаете их только друзьям во дворе. Соберитесь вместе. Соберите команду. Приходите к нам в движение «Самарский КВН». Мы вам рады. Любите КВН так, как любим его мы. Ну, по крайней мере, тут можно подписаться смело под всеми этими заявлениями. Как есть одна очень давнишняя шутка КВНовская. КВН нас так сплотил, до сих пор расплатиться не можем. Вот, мне кажется, затягивает. Такая же шутка, как из КВН, что КВН тебе же столько дал. Вон, видишь, ты из-за КВН как бы смог машину купить. Ну да. Потом мы поехали на ней кататься и разбили ее. Ну, правильно. КВН дал, КВН взял. Ну, самое главное, чтобы больше было отдачи, а не каких-то других негативных эмоций и воспоминаний. Спасибо большое вам, что пришли. Спасибо, что пригласили. КВН хорошие, симпатичные лица, такие плечи, на которых, мне кажется, вся эта вот, не знаю, тяжесть ложится. Но и, конечно, не забывайте, что отдыхать тоже нужно.
хорошо вам провести мероприятие, и что потом выдохнули и сказали, какие же мы все-таки молодцы. А вам, друзья, хорошего настроения, юмора, начинайте КВН, если еще не было его в вашей жизни. Ну и, конечно, встречаемся каждую пятницу здесь в 18.15 на телеканале «Самара ГИС». Пришло твое время. Всего доброго.